человек лежит на газоне возле крыльца прямо. Вот, то есть люди оказывают помощь медицинскую. То есть закричал сотрудникам, на милиции стояли где-то рядышком, говорит, у вас все патрульные машины, подгоните машину, мы дистанцию скорой помощи, быстренько здесь находится она. Могли бы человека, может быть, даже спасти. Вот. Ноль внимания, старший прапорщик сказал, мы типа не имеем права вмешиваться в таких ситуациях.